Доброе всем времени суток! Здравствуйте, мои родные! Здравствуйте, мои дорогие любители и любительницы кошечек, собачек, всех-всех, у кого в доме есть питомец. Хочу всем сказать большое спасибо за то, что меня не забываете, за то, что пишете мне, находите меня в социальных сетях, задаете мне вопросы, и именно на ваши вопросы я отвечаю. По возможности я делаю прямые эфиры в Инстаграм, заходите ко мне почаще, много рассказываю информации, даже до того, как я вам выкладываю на YouTube. Сегодняшний обзор будет про чудесный комплекс. Сейчас на данный момент мы после родов восстанавливаемся. Я своим девочкам даю витамины, такие как витамин X, Витаскин, Кальмвет. Чудесный препарат. Я сняла для вас, роднулечки, обзор. Обязательно посмотрите, в каких ситуациях даю его я. Этот обзор был долгожданный, обещанный. Мне очень много спрашивали про него. И вот, наконец-то, его протестировав не один раз. И он меня очень-очень порадовал. Я вам сняла этот обзор. Сегодняшний обзор у нас будет про чудесный комплекс, который называется Уриновет. Это прекрасный витаминный комплекс. Витамины эти польские, роднулечки, я беру только эти витаминки. Витамин X, Витаскин, это Польша. Идут они в большой емкости. Можно покупать как и поштучно, так найдите у себя в городе, кто занимается, у кого зоомагазины, и продают эти витаминки. Возможно, у вас есть поштучно, возможно, нет. Я не знаю, мои родные, но я не покупаю на сайте. У меня есть моя знакомая девочка. Я могу вам сбросить ссылочку ее интернет-магазина вниз, если у кого есть вопросы по Украине. И она вам может сделать доставочку. А сколько отправлять, это уже будете договариваться с ней. Данное средство очень классное, и оно необходимое, даже нужное в каких ситуациях. Сейчас вам все расскажу. Уриновет – это витаминный комплекс от мочекаменной болезни. Дается он раз в полугодие для профилактики, если у вас нету никаких проблем. Когда мы даем этот комплекс? Многие котеечки любят рыбку, либо морскую, а многих вообще котейки сидят на рыбке, бычки дают, то, что бюджетно, то, что экономно людям, тем мы и кормим. Но это очень вредно для наших питомцев, потому что это приводит к мочекаменной болезни. Знаете, да, чтобы вы знали, все, кто кушают рыбку, обязательно даем Уриновет. Потому что рыба приводит к мочекаменной болезни. Как бы это было ни печально, но это факт. Раз в полугодие мы даем 5 ампул 5 дней подряд, без перерывов. Кушают они ее с большим восторгом. Все они разных цветов, она бурячкового цвета. Камера, к сожалению, не передает этого цвета. Жидкость... И наполнение, наверное, очень вкусное, потому что они ее лопают с удовольствием. В каких ситуациях дается еще этот комплекс? Для кастрированных котов. У кого кастрированные котики? Раз в полугодие, мои роднулечки, мы даем Уриновет. Обязательно. Даже не задумывайтесь. Это вам необходимо. Вашему питомцу, чтобы ваш питомец был здоровый, красивый. И шикарный. Что мы делаем? Если это собачка, мы даем полностью эту ампулку в рот. Эту ампулу можно кушать. Конечно же, девчонки, у меня такое есть не будут. Мы срезаем буквально немножечко. Вот чуть-чуть. Для того, чтобы мы могли выдавливать. Сейчас возьмем котейку и дадим ей все содержимое в ротик. Моя хорошая. Как вы видите, кушает при большим удовольствием. Девчонкам моим очень нравится.
полностью все-все содержимое выдавливаем в ротик. Ну и, конечно, поставьте водичку, чтобы котеечка ваш мог запить витаминку. Вот так вот вкусно. Вот так вот лягушка вкусно у нас все скушала. Сейчас возьмем еще бодирочку. Нужно дать. Я даю уже третий день подряд. Даем без перерыва. Как я уже сказала, без каких-то промежутков. 5 дней подряд. 5 ампулок на одну кошечку. Ой, солнышко. Ой, вкусно. Нормально. Моя хорошая. О, Лизка, вкусно. Да, Лиза. Вкусно. На, умничка моя. На, хорошая. Вкусно. То есть вы видите, кошечки кушают его с удовольствием. Моя маленькая. На. Всех накормили, всем дали витаминки. Это у нас был 4-й день с девчонками. Еще нам осталось по одному дню. Раз в полугодие обязательно давайте эти витамины, этот витаминный комплекс. Он немножечко дороже, 11,50 стоит штучка одна. Но он того стоит, поверьте мне. Обязательно у всех, кого кастрированные котики, давайте этот комплекс. Думаю, что мой обзор вас порадовал, мои родные, мои дорогие. Под видео я сброшу вам магазин. Это не интернет-магазин, это магазин. Он находится у нас в городе. И вы сможете либо в телефонном режиме, либо напишите людям. И вы свяжетесь и спросите, отправляют ли они поштучно, роднулечки. Я, к сожалению, этой информацией не владею. Я эти витамины не продаю, я сама у них покупаю. Все витаминки, которые эффективны, они действительно стоят того, стоят на вашего внимания, что вы сегодня в моей компании. Спасибо, что вы провели время в моей компании. Мне это очень приятно. И большущее спасибо, что вы заходите и интересуетесь, и спрашиваете, задаете много вопросов. Можете под видео писать, какими вы пользуетесь витаминами, что вы даете своим питомцам. Мои подписчики будут вам очень благодарны. Ко мне заходят очень много людей, читают очень много, поэтому вас поблагодарят не один раз. Пусть удача сопутствует вам везде и всегда. До свидания, мои родные.